Всем здравствуйте! Кристина Орбакайте, старшая дочь певицы Аллы Пугачевой, впервые стала мамой в 1991 году. Тогда в Лондоне у нее родился сын Никита Пресняков. Спустя 7 лет на свет появился Дэнни Байсаров. И вот новая радость. 9 марта 2005 года Кристина Орбакайте вступила в первый в жизни законный брак с бизнесменом Михаилом Земцовым. А 30 марта 2012 в Майами, где у Кристины есть недвижимость, на свет появилась дочь Клава. Сегодня девочке исполняется 10 лет. «Спасибо, что выбрала нас своими родителями», — написала певица на своей странице в социальной сети. И опубликовала нарезку из фотографий Клавочки разных лет, от младенчества до сегодняшних дней. Вот она на руках у знаменитой бабушки, вот в школе, вот на сцене, а вот уже и в студии звукозаписи. Восторг! Поклонники поздравляют Кристину с рождением дочери и говорят, что девочка очень похожа на маленькую Аллу Борисовну. Пугачева, в свою очередь, в девочке души не чает и всячески ее балует. Ведь назвали малышку в честь певицы Клавдии Шульженко, учителя и друга Аллы Пугачевой. Стоит напомнить, что Клавдия Земцова лишь на 2 года старше Гарри и Елизаветы Галкиных, младших детей Аллы Пугачевой. Такая вот биология, дети и внуки Примадонны практически ровесники. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.